Зайка наш. Зайка наш из Казани к нам приехал, да, зайка? Ай! Я тебя укушу! Ты смотри, на, все. Вот, смотри, все. Очень неуравновешенный енотик. Ну, эта женщина злая тоже неуравновешенная. Но этот вообще псих. Если рядом какой-то кипиш, он сразу укусит. Причем укусит конкретно, прям кинется, вцепится. А женщина это просто злая, бурчит, ворчит на всех. Но если не лезть сильно, то не укусит. Да, злая женщина. Вчера с носом поругалась, он ее за бошку тяпнул. Вот. Зайка, оказывается, в Казани у одной девушки был 2 недели на передержке. Там ее покусал. Хозяин не знал, как от зайки избавиться. Вот. Ну и потом ничего лучше не придумал, как выкинуть его просто. Просто выкинуть. Подъехали парень с девушкой к многоэтажке, открыли машину. Зайка выскочила, они постояли, достали клетку, поставили ее и уехали. Вот. И все. Так вот зайка оказался на улице. Его там девушка одна приютила, которую он в итоге тоже покусал. Вот. И приехал он потом к нам. Наша подписчица нам написала, попросила зайку взять к себе. Мы его взяли, не знали, что он такой кусучий. Прокусил мне вену на ноге. Вот. Только потом нам сказали о том, что он может тяпнуть просто так. Видно, думали, что мы его не возьмем, поэтому у кого он... Та девушка, которая его приютила, нам уже потом рассказала, что он тоже ее серьезно покусал. Вот. Ай, стичуня. Стичуня. Вот. Но мы на чеку с ним. Да, Стич? С зайкой с этим на чеку. Со шваброй можем заходить. Илюша. Привет, Илюша. Зуза пришла. Жужу мы выкупили из тесной клетки. Жила у нее клетка была 1 на 1 размером. И даже не было пола в клетке. Прутья. Деревянный домик стоял, в котором тоже не было пола. Просто она спала на прутьях. Жила на прутьях 1.5 года. Прожила она в этой клетке. Жужу, не злись. Нет. Что? Кусаем? Илюша. Ну, и у Люши, конечно. Он у нас с детства. Судьба сложилась, скажи. Мамку убили за то, что она, скажи, нам яйца воровала. На дачах родила их на крыше, воровала у соседей яйца для детей. И соседи ее застрелили. Потом вот они попадали там с крыши. Ну, их достали. Там одного себе, что ли, оставили. Остальных продали. Илюша к нам попал. Да, Илюша? Кривозуба мой. Ну, этот я вчера рассказывала. Который Стич лысый был в лагере смена тут в пригороде Анапы в Суко. Вышел сам лысый из леса уже за помощью, короче, обессилил. Да, Илюх? О, Боня, злая женщина, которая якобы потерялась, но я думаю, ее выбросили. Потом нашелся хозяин. Сказал, но забирать я эту злую женщину не буду. Сказал, она дебильная стала, кусается, убегает. А раньше по морю гуляли. В одной кровати спали. Вот. И все. Вот так Бонечка к нам попала. Ты мои сладкие. Не кусали они, кусали. Один носик. Носик знает, что сегодня яичек нет на завтрак. И он сказал, я не приду. Да? Злая женщина. Кушайте, кушайте. Илюха, пойдем гулять. Сейчас Тобика приведем. Он там гавкает, говорит, путите меня, путите к Илюше, к Витюсе. Вкусные орешки. Да? Стичун. Стичун. Куда ты, Илюха? Не бойся. Кто такое? Что такое Стич?